Владимир Сутеев. «Разные колеса». Стоит пенек, на пеньке теремок, а в теремке живут мушка, лягушка, ежик, да петушок, золотой гребешок. Вот как-то пошли они в лес за цветами, за грибами, за дровами, за ягодами. Ходили-ходили по лесу и на поляну вышли. Смотрят, а там пустая телега стоит. Телега-то пустая, да непростая. Все колеса разные. Одно совсем маленькое колесико, другое побольше, третье среднее, а четвертое большое-пребольшое колесище. Телега, видно, давно стоит, грибы под ней растут. Стоят мушка, лягушка, ежик да петушок, смотрят и удивляются. Тут заяц на дорогу из кустов выскочил, тоже смотрит и смеется. «Это твоя телега?» – спрашивают зайца. «Нет, это медведя телега. Он ее делал-делал, не доделал, да и бросил. Вот она и стоит». «Давайте возьмем телегу домой», – сказал ежик. «В хозяйстве пригодится». «Давайте», – сказали остальные. Стали все телегу толкать, а она не идет. У нее все колеса разные. Толкали, толкали, толку никакого. Телега то направо завернет, то налево упадет. И дорога плохая, то яма, то кочка. А заяц хохочет, от смеху надрывается. Кому нужна такая негодная телега? Устали все, а бросить жалко, в хозяйстве пригодится. Опять ежик догадался. Давайте все по колесику возьмем. Давайте. Сняли с телеги колеса и домой покатили. Мушка маленькое колесико, ежик побольше, лягушка средняя, а петушок вскочил на самое большое колесище, ногами перебирает, крыльями хлопает и кричит: «Ку-ка-ре-ку!» Заяц смеется: «Вот чудаки, домой разные колеса покатили». Тем временем мушка, ежик, лягушка и петушок прикатили колеса домой и задумались, что с ними делать. «Я знаю», — сказала мушка, взяла самое маленькое колесико, прялочку сделала. Ежик догадался, к своему колесу две палки приладил, тачка вышла. «Я тоже придумала», — сказала лягушка, и колесо побольше к колодцу пристроила, чтобы лучше было воду брать. А петушок большое колесище в ручей опустил, жернова поставил и мельницу построил. Все колеса в хозяйстве пригодились. Мушка на прялочке нити придет, лягушка с колодца воду носит, огород поливает. Ежик из лесу на тачке грибы, ягоды, дрова возит, а петушок на мельнице муку мелет. Пришел как-то к ним заяц на их житье посмотреть, а его как дорогого гостя приняли. Мушка ему варежки связала, лягушка морковкой с огорода угостила, ежик грибами да ягодами, а петушок пирогами да ватрушками. Стыдно стало зайцу. «Простите меня», — говорит, — «я смеялся над вами, а теперь вижу, в умелых руках и разные колеса могут пригодиться».